старше я становлюсь, тем интереснее мои роли. Я могу намного больше, чем даже год назад. Я играю более глубоких персонажей. Мне нравится перевоплощаться. Нравится проживать эти истории. Иногда мне кажется, что новая роль дается для того, чтобы понять, что происходит в моей собственной жизни. Я стараюсь быть честной самой с собой. Это касается и поступков, и внешности. После 40 коже нужен особый уход, чтобы сохранить природную красоту и четкий овал лица. Мне нравится мое отражение в зеркале. Мне комфортно с собой. Красота — это когда ты не боишься показать себя настоящим.